Славянском районе с рабочим визитом побывал временно исполняющий обязанности министра теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник и депутат Законодательного собрания края Андрей Булдин. Цель визита – оценить ход работ по рекультивации городской свалки, которые проводятся в рамках нацпроекта «Экология». По федеральному проекту «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» в крае проводится рекультивация несанкционированных свалок. В рекультивации сейчас находятся три объекта общей площадью более 26 гектаров – в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянске на Кубани. Представители профильного комитета ЗСК, Министерства ТЭК и ЖКХ края совместно с главой Славянского района Романом Синеговским посетили территорию городского полигона твердых коммунальных отходов, оценили проделанную за полгода работу. Вот это уже нижняя часть, это в проектных отметках. Вот это ниже. То есть завтра, послезавтра мы добиваем вот эти два бурта. Еще раз вызываем геодезистов, проверяем все в идеал. И в принципе, вот это у нас уже полностью часть будет готова. Затем в администрации Славянского района было проведено совещание, на котором подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Экология». До конца 2023 года перед муниципалитетом и краем в целом стоит задача завершить максимально возможный объем работ по ликвидации несанкционированных свалок. В Славянске на Кубани на объекте сейчас подрядчиком проводятся подготовительные работы первого этапа по формированию тела полигона. На сегодняшний день исполнение составляет 40%. Подрядная организация выполнена подготовительные работы на 100%, демонтажные работы 100%. Согласно графику ведутся работы формирования тела полигона, из которых работы по срезке слоя отходов за границей проектированного участка выполнены. Работы по срезке слоя отходов в границах проектированного участка тоже выполнены. Ведутся работы по уплотнению поверхности тела полигона 40% уплотнения уже. Временно исполняющий обязанности министра теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник, выслушав доклады представителей всех муниципалитетов, где проводится рекультивация, отметил, что по каждому объекту имеются вопросы, которые требуют особого внимания и контроля. Я вижу риски, я прошу и Романа Чубасова на особый контроль взять эту историю, потому что у нас проект очень важен, с коллегами нужно как-то активнее работать. Подводя итоги выездного совещания, все собравшиеся определили важность общей решаемой в регионе задачи – завершить до конца 2023 года максимально возможный объем работ по ликвидации несанкционированных свалок и держать на контроле своевременность реализации мероприятий и кассового исполнения планов федерального бюджета.